Всем привет, дорогие друзья, с вами снова я, Даналия, и сегодня у нас очередное обновление Star Stable. Мы уже знали с прошлой недели, после того, как нам обновили ярмарку, что теперь у нас есть, точнее, что на следующей неделе, то бишь на этой неделе, у нас вернется пляжная ассоциация Форт-Пинта. И надо сказать, что в этот раз я как-то поспокойнее была, потому что обычно я ждала эту пляжную ассоциацию, хотя, ну, не так сильно, как другие обновления, но все-таки ждала. Но сегодня это обновление просто, мне кажется, произошло само себя. То есть, благодаря тому, что разработчики обновили пляж вообще Форт-Пинта, теперь тут выглядит все иначе. Теперь вот такие шикарные факела пляжные, шарики пастельных цветов. Это очень мило. Все те же стойки для запускания шаров в воздух. И да, приехал пляжный магазин. Надо сейчас посмотреть. Вот этот магазин вроде бы постоянно здесь. Да, это постоянный магазин Форт-Пинта пляжный. А вот это вот приехавший к нам магазин. Да, я уже закупилась здесь, потому что в день, когда вышло обновление, я не могла записать видео, но грех было не зайти и не купить себе вещей. Так что извините, что не сдержалась и не купила себе что-либо на видео. На мне вы можете увидеть... вот, да, вот так-то лучше. Я купила себе... в общем, кепку. Да, кепка. Я купила себе кепку, потом купила еще одну кепочку, такую голубую, потому что кепки у меня есть, но они все старых моделек, и цвета, ну, это, знаете, те модельки, которые давались за задание, я их даже не ношу особо, вот только одну купила, на днях клетчатую. Потом я купила себе вот такую футболку, и я купила для своих конях два вальтрапа, потому что мне очень понравились, как они смотрятся. Сейчас я только найду их у себя в рюкзаке. Значит, я купила вот такой пастельно-розовый, мне он очень нравится. Вот смотришь на него и думаешь, елки, свернула бы его в подушечку, сама бы на нем поспала, потому что он такой плюшевый на вид. Так, и еще где-то один вальтрап. А где я? Вот, нашла. И вот еще один вальтрап я купила. Извините, мои друзья, что я такая с хрипотцой, потому что что-то у меня никак не пройдет насморк, который длится у меня уже очень долго. Все никак остаточное не проходит. Ой, извините. В общем, вот такой вот вальтрап раз, вальтрап 2. Очень классно, мне очень понравились. Так, это все вещи с фестиваля. Да, с фестиваля это все... Да, я знаю, надо бы навести уже порядок наконец-то у себя в рюкзаке, но знаете, я никак до этого лапки мои не дойду. Пожалуй, вот так вот сделаю, такой посимпатичнее будет. Так, в общем, в магазине у нас продаются уздечки. Вообще очень странно, что разработчики... А хотя... Вот, все нормально, потому что в прошлый раз, когда я зашла, у меня сортировка была выставлена автоматически на дату, и почему-то все было в рандомном порядке. У нас появились два комплекта. Это вот такое седло. Одно, значит, белое с розовым, другое белое с сиреневым. И, возможно, я куплю белое с сиреневым, потому что оно мне очень нравится. Оно, во-первых, новое по своей модельке, а во-вторых, оно белое с сиреневым. Да, я как-то белые седлы почему-то вообще не воспринимаю за реалистично, но почему-то хочется. Потом вот такая вот уздечка есть. Очень миленькая. И есть точно такая же уздечка, но с фиолетовым. То есть два комплекта. Один комплект розовый, другой фиолетовый. Потом вот такая сидельная сумочка. Она вообще сливается с вальтрапом. Точно такая же сумочка есть и для розового комплекта. Но почему-то, кстати, почему в этом комплекте розовый вальтрап, а не сиреневый? Очень странно. Потом у нас есть повязки на лоб, но если я ее одену, мы не будем ничего видеть. Ну, вон она просвечивает, просто у меня ушки, которые мне очень нравятся, поэтому ушки сразу исчезают. Жалко, что нельзя носить одновременно и очки, и ушки, потому что это было бы очень классно. Платьице. Платьице очень мило, я не спорю, но я не люблю, в принципе, высосо платье носить. В каких-то исключениях, вот у меня есть несколько платьев. Ну, там даже я специально под комплекты покупала, поэтому, ну да, платье классненькое, очень миленькое, но покупать я его не буду. Вот такие сандали. Сандали у меня тоже есть, купила в прошлом году, и так себе и лежат. Шортики. Может быть, я куплю себе шортики. Тут все то же самое есть. Все то же самое есть в сиреневых раскрасках, все те же сандалии, сиреневые шортики. И уже пошли коллекции прошлых лет. Это вот, кстати, очень нравится мне вот такая футболка. То есть я купила такую же, только сиреневую. Есть точно такая же, но черная. И жалко, что черная не с такими же характеристиками, как розовая. Это вот очень обидно. Потом здесь продаются еще такие очки, которые по мне так больше похожи на очки для сноуборда, чем на пляжные. Значит, туфельки, еще одна уздечка для лошади, еще один вальтрап, нагавки. Вот все думаю по поводу нагавок. Они такие классные, но что-то мне в них как-то смущает, и я их пока не покупаю. Наверное, это потому, что мне очень много реалистичных нагавок и бинтов, и поэтому вот это вот мне как-то уже не интересно. Но по мне так выглядит клево. Еще одна уздечка. Ну, с характеристиками вы сами посмотрите, очень плохие, в принципе. Плохие именно. Потом есть куча-куча бантиков. Вот такое платьице, вот такие штанишки, вот такие еще штанишки. Сандали, кстати, вот стандартные сандали. По-моему, их в прошлом году-то я и купила. А нет, нет, не их. Мне бы высвечивалось, что они у меня уже есть. И, ну, несколько очков. Все. То есть на этом все. Это магазин пляжных стасов Форт-Пинта заканчивается. И самая суть каждый год пляжная ассоциация, это суть в чем? Это задание, в котором можно повышать репутацию с пляжной ассоциацией, и запускание вот этих вот шариков. Ну, давайте какой-нибудь, ну, мне вот очень синенький нравится. И давайте мы вот купим два синеньких шарика. Почему? А почему два? Купил один. А сколько ты мне дал? Два. А, ну, видимо, когда покупаешь один, как бы, шарик, у тебя дается два. Да, я понимаю. Почему я не могу слезть с ложки? Это все из этих шариков. Точно, разработчики активно не дают нам сделать никаких баков, глюков, и поэтому, если есть какие-то места, где нужно контактировать с какими-то предметами, разработчики делают все, чтобы рядом не стояла лошадь. В общем, вот таким вот образом можно запускать куча шариков. Они будут медленно улетать в небо. Вообще-то очень классно делать вечером. Ну вот, два моих синих шарика. Я не буду стоять смотреть, пока они улетят в самый верх, потому что, вы сами видите, улетают они очень долго. Но это хорошо, потому что если запустить очень много шариков, можно очень долго любоваться. Так, перейдем к самому главному. Я не помню, вроде бы у меня нет видео по прошлогоднему фестивалю, этому Форт-Пинты, или есть. Но, в общем, я не буду читать задания, потому что каждый год все одно и то же. Вначале нам дают задание собрать грязные полотенца, потом разложить эти грязные полотенца. Точнее, они уже будут чистые. Вот. Ну, в общем, такие... Как будто мы студенты, школьники, которые подрабатывают в пляжной ассоциации, нам дают задание собирать то-то, то-то, то-то. Все, давай мне мои награды. Сложи полотенце. Окей. Как будто дома вещей в шкаф мне мало складывать. Тут еще и полотенце мне нужно складывать. Но я думаю, не только у меня так. Интересно. Я собрала 8 полотенец. 8. Разложила, точнее, сложила в стопочку 5. И раскладываю 5. Куда делаешь еще 2 полотенца? Что-то он не договаривал, по-моему. А хотя, возможно, они порвались, учитывая то, как они лежали. Да, я тут бегаю, болтаю сама с собой и накручиваю реализм в игрушку. Ну, в принципе, ради этого была и создана игрушка, чтобы мы тут накручивали, придумывали себе, дофантазировали реальный мир, которым нам не дано быть. Или... Ну да, по сути, эта игрушка была создана тем, у кого не получилось связать жизнь с лошадкой. Но тут играют, я знаю, много людей, и те... Ой, нет, только не этот опасный коктейль. Нет! Нет! Я просто помню, что будет. Нет? А, нет, это не тот опасный коктейль. Фу. Нет, я помню, тут вроде он сделает какой-то коктейль, и мы упадем в обморок, потому что там будет какая-то смесь очень страшная, и у нас реально персонаж упадет в обморок, а этот Тим не поймет даже из-за чего, и он скажет, типа, очень вкусно, да? И ты такой, да, Тим, это очень вкусно. Каждый год вот эти вот ему невкусные коктейли. Учитывая то, сколько лет он уже сюда приезжает со своей пляжной ассоциации, мог бы уже и научиться готовить коктейли, но тогда не будет заданий никаких интересненьких. Суть-то как раз его задание в том, что он готовит невкусные коктейли и... О, как я обожаю доставлять такие посылки. И... О, у меня Клайд не погрузился. Клайдик! Клайдик! Ты где? О! Появился, наконец-то. А то я уже забеспокоилась и думала, вдруг сюда новую лошадь поставили случайно. Но нет. Ой, это ж надо медленно ехать. Ай, не хочу, ну ладно. Посылки не такие тяжелые, вот почему на фестивале это солнцестояние, да, можно было вести на себе кучу посылок и бревно вдобавок. Я понимаю, конечно, прощай реализм, но если уж на то пошло, то и это в реальности невозможно будет вести. Ни подушечки, никакой не связано, да елки, они даже бы так и не стояли на лошади. Она бы даже шага бы не сделала, она просто бы... потрясла бы своей головой, все, эти коробки вдребезги упали бы, одна в одну сторону, другая в другую, или обе назад. Ну ладно. Вот самая интересная часть, ради которой все это происходит. Построить транспол. Ой, да что ж такое? Ой. Все меня поймут, что когда ты уже выздоровел, но у тебя несколько недель могут остаточные оставаться эти, как, мокрота, насморк. О, молоток. Шикарно, нам нужен молоток, чтобы разломать ящик, чтобы что-то построить. Вот это я понимаю. Так, ну давай еще. Да давайте колотить эти как, ящики. А, нет, тут. Ну, вот тут нужно отверткой раскрутить. Это я понимаю. Но ящики колотить молотком. Каждый год одно и то же. Ну так как проходит целый год, я успеваю забывать, какой ерундой можно тут заниматься. Ну, странно, мне оказалось раньше, в прошлом году танцпол был немножечко... Или нет, или здесь же. Не знаю, но, может быть, разработчики немножко его передвинули. Красотища. Да, теперь у нас есть танцпол с диджеем и... Не, мне казалось, он выглядел как-то по-другому, точно. Хотя, может быть, у меня отложился когда-тошний старый танцпол, или я что-то путаю. Ой, летний коктейль. Нет. Вот сейчас, по-моему, будет плохо. О, видишь, даже красным мигнуло. Перец? В смысле перец? Нет, твои коктейли никому не понравятся. Переделай что-нибудь, забери новые ингредиенты. Откуда? Ой, опять надо ехать, набирать, бла-бла-бла. Ой, сколько... Это так страшно, когда стоит куча лошадей в одной точке, потому что еще кто-то, кроме тебя, выполняет эти же задания. Ладно, едем за новыми ингредиентами для коктейля. Ребята, вот у меня такой вопрос. Мне нужно качать всех моих лошадей до 15 уровня. В сумме их очень много, но как бы разброс уровней у каждого разный. То есть у меня 10-х много, 8-х. Много, а дальше там 12 и 13. Вот скажите, как вы себя вообще мотивируете на то, чтобы качать своих лошадей? Потому что меня это... То есть, да, я вдохновляюсь этим, я делаю, качаю, а потом, знаете, запал слегка кончается, и нужно себя как-то мотивировать дальше их качать. Вот напишите мне в комментариях, я обязательно прочту. Что вы вообще делаете, чтобы... Как вы себя мотивируете дальше продолжать качать своих лошадей? Потому что я не единственная такая, у кого много лошадей. Скажите, как вы это делаете. Потому что... Ой, сейчас инструкция нам слушает. Потому что вот... я не могу купить лошадь одну и качать ее до 15. У меня вечно как-то получается так, что я покупаю лошадей... Качаю их, а Потом резко появляется еще какая-то лошадь, я ее покупаю, начинаю на ней кататься, в итоге забрасываю, потом я просто пропадает желание какое-то время сидеть в ССО каждый день с утра до вечера, ну, по возможности. Ой, пожалуйста, только бы сейчас вышел хороший напиток. Я просто уже не помню. Вроде хороший. Перец, какая ты молодец, я прям впечатлился. Ну, разумеется, я приготовила лучше тебя. Вот он вечно говорит перец, скачущий соус. Его, он бы лучше готовил острые соусы чили. Я думаю, ему бы больше это подошло. Потому что кто какие коктейли он готовит. О, смотрите, какая. Одноглазая. Летний напиток. Чирс. Так, вот еще один человечек. Вроде бы трем нужно раздать. Трем любым людям. Магазин, пляжная ассоциация. Да что, ты не хочешь напиток? А, ее перекрывал кнопка магазина. Все, я понял. Чирс. И остался еще один человек. Где ты? Где ты? Мы тебя найдем. Мне кажется, она реально хочет сброситься просто вниз в воду. Ну или она просто сидит, наблюдает за тем, какая красота вокруг. Кстати, классно она смотрится, хороший у нее образ. Вот на ней вот эти гигантские очки хорошо смотрятся. У меня пока не было ни одного образа, куда бы я хотела одеть эти гигантские очки. Но иногда я подумываю их купить, но купить ее просто они, чтобы лежали. Я обычно стараюсь носить то, что я покупаю в Star Stable. Хоть даже и редко, ну или, к примеру, я знаю, что вот у меня есть несколько комплектов для лошадей. Я их одену только в конкретной ситуации какой-то. То есть это либо, там, я не знаю, побегать с дикими лошадьми, я могу какие-то комплекты там одевать. Чего надо пляжные мечи. Вот надо было мне свою лошадь, поставила именно... Я надуваю свою лошадь. Ужасно. Потому что, ну, нереально носить все комплекты, которые у тебя есть. Особенно, если ты уже играешь, там, несколько лет, у тебя очень много вещей. Но это просто... Это реально невозможно. Нет, я знаю людей, которые на каждую лошадь покупают свой комплект. И это, мне кажется, вообще... кошмар. То есть, мало того, что... как сказать, допустим, если у них много лошадей... Ну, постепенно же накапливается. Да, мы все начинаем такими бедными, голыми и боссами. То... Вообще, представляете, что вот, допустим, несколько лет играть в ССО, накопится много лошадей. Если именно играть, оплачивать или просто лайф купить... Вот. И на каждую лошадь покупать свой комплект. Мне кажется, иногда комплектов не хватит, потому что, ну, не все же комплекты нам нравятся. Спасибо, но я в порядке. Она не хочет пляжный... Я не добегала до этой части, потому что я только пляж смотрела, а вот эту кафешку я не смотрела. Тут обновили стульчики, зонтики, и вы просто послушайте это. Мало того, они даже покачиваются. Вот как только я подбежала, они... Классно! Слушайте. Прикольно как. Так, все, сколько еще заданий? Несись к цели так быстро, как только можешь. Сидеть на лошади. Кстати, какая-то музыка играет, но я просто музыку в ССО делаю тише. Потому что она потом, ну, как-то мне не очень нравится. Ой! Ой, как я это не люблю. Это плавание. Еще вода прозрачная, стеклянная просто. Ну, хотя бы к берегу разработчики сделали ее более реалистичной. Вот когда не надо, знаете, игрушка вроде бы плавно идет или иногда тормозит, а вот когда не надо, она начинает как будто ускоряться. И ты в это время скачешь на лошади. Это просто, чтобы успеть повернуть в нужный момент, это просто невозможно. А, кстати, еще расскажите мне, кто знает, что за суть с нашей вот этой вот акулой, которая то плавает в Форт-Пинта, то не плавает, потому что то ее как будто убирали, то ее как будто и не убирали. Я не понимаю, что за акула? Давай! Да, шикарное окончание соревнования, просто булькаться в воду. Просто бультых! Давай, Лаки Поп. Так. Потому что, в принципе, да, я уже несколько дней не играла в ССО именно, вот, чтобы сидеть. Ну, когда я последний раз зашла именно. О, кстати, нам платье дадут. Нам дали платье. Что за платье? Простите. Я не люблю въезжать в людей, но иногда они просто не обходят меня. И как бы я просто въезжаю в них. Или еще было так. Вот вы бежите, два игрока друг другу навстречу. И вроде бы один должен повернуть вправо, и другой вправо. Тогда получится, что вы обижите друг друга. Но нет, каким-то образом ты поворачиваешь вправо, а игрок напротив тебя, который несется на тебя, поворачивает влево. И вы все равно проезжаете насквозь себя. Что это? Я не понимаю это. Так, платится. Не отвлекаемся. Я даже одену такие черные, вот такие шортики. Я их все-таки купила. Я их так долго хотела и не покупала. Вот видите, мне не было смысла покупать то голубое платье из магазина, потому что мне выдали все равно розовое платье. Да. Не, ну я платье как-то высосла не очень, ну просто смешно. Нет, для каких-то моментов, то есть если есть какое-то воздушное настроение, или там ты затащила парня в ССО, и тебе хочется как-то тут романтику устроить милую, но если парень спокойно относится к твоим лошадкам, и он даже сам не против, то почему бы и нет, очень достаточно милый образ, но не, я лучше предпочту вот эти вот кепочки, они мне больше как-то нравятся. Кстати, а я не видела, а перчатки-то в этом... Ой, славец, давно не видела. Перчатки-то у вас есть? Да нет? А то я как-то прозевала этот момент с перчатками. Но, в принципе, да, зачем перчатки? Зачем просто перчатки пляжу, на пляже? То есть, в принципе, они не нужны. Ну, я пока подумаю насчет покупки седла и уздечки из этого комплекта. Ну, в принципе, всего комплекта. Вот шортики, наверное, куплю все-таки. Только вот какие... Наверное, и те, и другие, возможно, куплю. Прощайте, СК. Ну, как бы, пока что у нас есть время, я не могу сказать точно. Хотя я лучше посмотрю и скажу вам точно. Да, надо было сразу залезть в статью на официальном сайте и почитать. Значит, у нас появились новые ресурсы для фан-арта, поэтому идите на официальный сайт, загружайте их, если вы любите этим вообще заниматься, потому что я этим ни разу не занималась. Вот, потом нету смысла говорить по поводу ярмарки лошадей, когда она будет, когда она не будет, потому что ярмарка лошадей теперь всегда открыта по пути Форт-Пинта. Вот, потом летний фестиваль продлится до 28 августа, то есть чуть больше месяца, я так понимаю, июль, да, то есть она продлится месяц. Ну что ж, у нас есть еще время поднакопить и скупить все понравившиеся нам вещи из магазина пляжной ассоциации, наслаждаться вечерами запусканием этих шаров желаний. Это очень классно. Так, чудесные фонарики, бонусная лавка. О, в бонусной лавке Ворланда появился новый предмет. Как хорошо, что я зашла почитать статью. Поэтому сейчас мы быстренько отправимся туда. Надо напоминать себе, что нужно внимательнее читать статьи, иначе многое буду пропускать. Так, что у нас тут? Ага, во! Что это? Сережки? Серьезно? Сережки? Где они? Во! Удачный кадр. Ага, это сережки в виде сиреневой звездочки в серебряной обводочке. Кстати, очень хорошо смотрится с моим комплектом, но, к сожалению, либо сережки, либо ушки. Ну, знаете, пока что так, наверное, покатаюсь, но я вернусь к своим ушкам. Тем более скоро Хэллоуин. Ну как скоро? Через 2 месяца. А я уже его жду. В общем, спасибо, что вы были со мной в этом очень длинном видео по обновлению. Ставьте лайк, если вам понравилось. Пишите комментарии, какие вам больше нравятся видео по обновлению. Длинные в подробностях или же коротенькие по 9 минут, где я просто рассказываю, что введено, что добавили и, в принципе, все. Так что с вами была я, Даналия, и мой конь на сегодня Лаки Поп. Всем удачи, не забывайте тренировать ваших лошадок, чистить их, а также угощать морковкой. Всем пока, удачи вам!